Если вспоминать личные встречи, то здесь примерное равенство. Юрий Котов выводит «Спартак» вперед. Как же так? Обращаюсь я к обороне «Сити». Почему же забыли Юрия? И меж двух огней оказался Озум Морейра в полупозиции. Беспрепятственно и на грудь мяч грудью обработал Юрий Котов. Развернулся и в лед его направил точно в сетку. Два движения, и еще из-под Озума Морейры вышел этот удар у Юрия. 2-1 «Спартак».